Есть. А, убила. Кто меня убил? Меня убила Роза, что ли? А как она меня могла убить? Я что-то не понял. Это у нее такие длинные эти самые удары, что ли? О, кто? Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. И у нас такой герой Пенни. Пенни, мы играем за нее. Ну что ж, а играем мы сейчас будем в одиночку, а потом будем играть в парное. Да. Так, поехали. О, вау, а где это я очутился? Подожди, алло. А, это какой-то новый режим, понятно. Так, а чё, а где этот? А, тут будет этот ходить, робот, что ли, да? Точно. Подожди, а это что за это? Ящики. А, просто ящики, что ли, или что? Так, а это что за стрелочки? Я такое вообще ни разу не играл. Слушай, алло. А, прыгалки? А что будет, если я прыгну? Подожди. Опа, прикол. Иди нафиг. А, ай-яй-яй. Так, тихо. На, получай, гаденышка. На. Ох ты, все, убежала, прикинь. На, есть, убил? Нет, блин, а чё, она спряталась. Эх, ладно. 8 кубков, ёшки-моташки. Подожди, секунду, я сейчас этот, ничего не понял. Сейчас я вернусь на тот самый, на главное меню. А, одиночное столкновение, затерянный источник. Чё за фигня, подожди. Так, осада есть. Ну вот, столкновение, затерянный источник. Вообще непонятно, когда она закончится. Нифига себе. Это что-то новенькое, я в такое не играл. Так, ладно. Мы сейчас отходим сюда и будем, знаешь, что делать? Мы будем выжидать, пока они все друг друга перебьют. И потом я с кем-то буду драться. А интересно мне вот такой вопрос. Эх, ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, получи, гадина. А, это же этот, тоже Пенни, да? Слушай, это Пенни такая же самая, как я. А, блин, чё я профукал? Они же получают эти штуки, банки. На, получай, гад. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ох, все, меня убил. Понятно, при убийстве не получают банки. Ё-моё. Так, что здесь надо? Слушай, банки получать, наверное. Скорее всего. Так, играть снова? Конечно, нельзя убегать, надо их убивать. Ладно, сейчас попробуем. Я сейчас вот этого Дэрела буду убивать. А, куда Дэрел убежал? Так, ладненько. Ух ты, вот баночка. Так, сейчас я возьму. А что, это ничейная банка? На, я сейчас это убью этого. Гаденыша, давай, есть, убил. Все, я заполучил. Пошел дальше. Тихо. Во. Есть, я всех поубивал. Да, тут, в принципе, не сложно. Ну, 10 кубков я получил. Просто так, ребята, я вообще... Вообще, изи-изи. Очень все легко. Играем снова. А, я сейчас за короткое время раскручу свою Пенни. Она вообще будет крутая, мощная, сильная. Знаешь, как делаем? Мы идем вниз. Делаем в обход. Вон, смотри, видишь? Тихо. Почему я... Ай, я встал на место. Ах, убил меня. Что-то она так медленно ходит, что ли, или что, я не пойму, Пенни. Давай последим за Дэрелом. Что он будет делать здесь? Сейчас он банки пособирает. Станет сильнее. Так, ну хотя бы 3. 3 кубка тоже неплохо. Ладно, играем снова, ребята. Интересно. Очень интересно, почему я так медленно хожу? Почему я так медленно все-таки хожу? А, ну это нормально, в принципе, ходит он. Оказывается. Ой, сейчас метеорит упадет. Во. А, успею, не успею убить ее. Блин, чуть-чуть осталось. Да почему? Опять убили меня. Ладненько, сейчас посмотрим за Пока. Так, куда Пока пойдет? Так, захилился и пошел дальше. Так, тут, видимо, два игрока осталось. Ну, Дэрел выиграет, конечно же, нифига. У него 5 банок. Пока, ты чё туда встал? А, дурачок. Давай, беги быстрей. Ну, сейчас последим, посмотрим. У Пока-то одна банка.
Не. А хотя смотри. Не-не-не-не-не. Не выиграет пока. Конечно, нет. Все, Дэрил сейчас зафигачит. Ну, это легко. Это было очевидно понятно. Хорошо. Идем, играем снова. Ну, сейчас поиграем мы с Пенни. Развить нужно. Пенни развить, то бишь. Чтобы она была крутой. А ну-ка, если я буду стоять на месте. Ничего делать я не буду. Посмотрю. Так, нифига я поубивал. Так, почему я торможу? Так, у меня три банки. Замечательно. А, отпрыгнул. Давай я его сейчас зафигачу. Есть, я его убил. Как это было несложно сделать. Да, совершенно было несложно это сделать. Так, я сейчас мортирочку свою вот сюда поставлю. Так, тут никого нету. Так, все, ребята, столкновение. Посмотрим, против кого я буду. У меня же здесь мортирка стоит. Ага. Так, никого там нету. Сейчас посмотрим. Ну и где? Где наш чувак? Ой, мортирочка моя сейчас. Фух, нет, нормально все. Так. А что у нас там по отравлению? Облако с отравляющим газом есть? Нету здесь? Да, есть, хорошо. Будем ждать, ребята. Ой, мортира моя сейчас уничтожится. Да, к сожалению, мортирка уничтожилась. Так, а где тут гад? Против кого я? Где, алло? А, вон, Шелька ходит. Ага. Убегает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть, убил. Ну, в принципе, несложно было. Чушь, она убегала там, бегала, пряталась от меня. Все нормально, плюс 10. Седьмой ранг, офигеть. Хорошо. Так, играем снова, естественно. Сейчас посмотрим. Ага, вот наши бойцы. Так. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, 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 тихо. А, убежала все-таки. Шелька. На, получи. Эй, иди нафиг от меня. Все. Нита. На, получи, сейчас ты умрешь, Нита. На. Так, медведя вызвала или чего? Есть. А, убила. Кто меня убил? Меня убила Роза, что ли? А как она меня могла убить? Я что-то не понял. Это у нее такие длинные эти самые удары, что ли? О, кто, интересно, Шелли или Роза? Шелли или Роза, интересно. А там этот сидит, спрятался. А-а-а, тут спрятался Эль Прима. Сейчас посмотрим. Да. Так, Эль Прима там воюет. Сейчас посмотрим, Роза. Сможет Роза одолеть-то их или нет? Ох ты, убила. Эль Примка забрал. Забрал бочки. Да, что-то не подумала. Не подумала что-то Розочка. Так завоевала. Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Ух ты, Роза. Эль Прима, давай, мочи ее. У нее сил не было. Ты чего? А теперь отходи. Вот, все, у нее теперь супра нету. Теперь она более такая беззащитная стала. Вот ее нужно сейчас мочить. О, давай, 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 Эль Прима. Ну, ё-моё, такой... У него, кстати, удар идет однонаправленный, да? А у Роза в три таких пучка. О, плюс два кубка, тоже неплохо. Так, играем снова. Да, если бы меня Роза не убила, было бы сейчас идеально, все хорошо. А так, в принципе, Роза сильнее, чем Эль Прима, я считаю. Вот я так считаю, что Роза сильнее. Так, сейчас попробуем ее задонатить. Убить ее сейчас попробуем. Есть, я ее убил. Давай дальше. Тихо. Во. Вот, моя мортирка работает. Хорошо. А может все уже? Мортирка сдохла. На, получай. Бегает за мной. Фух. Нет, смотри, он уничтожил мортиру мою. Гад. Ладно, я здесь сейчас постою. Так, столкновение. А, Дэрил. Против меня решил, да, идти? Сейчас, подожди. Ага. Не догонишь. Ха-ха-ха-ха-ха. Тихо. Смотри, какой он хитрый. А, у меня-то
У меня-то длиннее. Ха-ха-ха, все. Все кранты пришли. Ой-ой-ой, как он до меня близко подошел. Слушай. Ай-яй-яй, все, убил. Да, вот так вот. Вот такая вот интересная способность Дэрила. Так. Вот такая, ребятушки, способность Дэрила поступать нехорошо. Так, нормальненько я подзаработал. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать. Как бы вам, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.